Первая наша прогулка. Кази, всем привет. Ой, боже, он чуть-чуть в стрессе, наверное. Смотрите, наша машина розового цвета. Другого цвета не было, потому что это помощнее. Дюан. Далеко не хочу выйти, потому что возле дома вдруг он начнет кричать, чтобы домой пойти. Тут и... Привет, передавай всем. Диана, ну что мне, зайчик? Ну как, оцените машину. Скажи, почему розовый, я ж мальчик. Ну извините, привезли, сказали розовая, другого нету. Ну, мощная машина. Только куда я буду делать это, вот это, куда деть? Я обратно вспомнила, как будто я родила. Это просто... А здесь что? Здесь можно даже кушать, да, кофе, водичку. Внизу Лео. Но я Лео не хотела взять, боялась. Здесь можно два кота. Но я не рискнула взять Лео, чтобы... Ну, чтобы... Думаю, вдруг они начнутся... Ну, начнут драться. Потому что он первый раз выходит. Видите, он уже и так. Сейчас пойдем через 5 минут солнца. Ну подыши воздухом, думаю, шлятки. Мамы не самые шлятки. Сейчас идем. Это для меня все вы сладкие. Ну, мамина. Сейчас. Вот Тимки. Для меня вы все сладкие. Сейчас идем. Покормлю. Только пришла с работы. Покормлю. Да, Зёпа. Беляш. Я уже это договорилась с ней, что его надо купать, расчесать. Да, мои сладкие? И будем праздновать наш день рождения 9 июня вместе. Ну, или субботу. Потому что 9 июня – это четверг. Ну, а субботу сделаем торт для кошечки и торт для меня. Мамина зяя. Я сегодня не взяла ему, чтобы погулять, потому что надо пипетку ему еще сделать, чтобы он мог ходить. Без пипетки не хочу, чтобы он наступил. И первый день, конечно, не будет. С понедельника, наверное, пипетка. Я таблетку не буду давать, а специальная пипетка будет ложиться вон туда. И чтобы он ходил, мог бы, ну, против этих букашек-мукашек. В общем, мои хорошие, вот такие дела. Вы знаете, я бы хотела вот в таком доме, вот мне бы хотелось бы жить, честно. Вот мне нравится. Дай Бог, чтобы когда-нибудь у меня мечта сбылась. А я, как горная коза, всегда меня тянет, где горы. Я бы хотела бы не Атико, например, я бы уже хотела бы купить себе квартиру, и чтобы внизу был вот именно балкончик, чтобы, ну, чтобы первый этаж был, вот, не, даже нулевой этаж там с балконом, там можно было поставить все красиво. В общем, вот так. Беляш! Джон! Мама мини Джон! Мама мини сети! Джон! Всем привет, передавай, скажи, что это, что такое? Я, во-первых, мальчик. Что ты мне розовый этот? Скай подышит, бедный мой. Зяйчик, момент такой. Кто маму покушал, пан? Кто маму покушал, зюбка? Ну все, вот это наша первая прогулка. Я думаю, хватит, потому что будет стрессе. Беляш! Беляш, Биби, Биби, Беляш. Така-така-така. Давай, мама тебя поласкает. Уйди, мамина зяя. Не, не выходи.
Видимо, меня. Мне, короче, обошлось 135 евро. Ой. Так, надо будет закрыть это нормально, потому что здесь твердо. Беляш, скажи пока-пока.